Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Представляем вам изделие снуд. Связаны секционной пряжи турецкого происхождения, махир, акрил. Пряжа секционка, и именно секционка придает особое очарование этому изделию как основа. Полосы можно вязать разными цветами, будет еще интереснее, если у вас одежда, шапка, перчатки или еще какой-то доминирующий цвет. Вы можете добавить этот цвет в ваш снуд, и будет абсолютный комплект к вашему изделию. Не обязательно он должен четко совпадать по цветам. Самое главное, где-то делать акцент на то изделие, которое у вас уже есть. Снуд мягкий, нежный, потому что нитка тонкая. Связан снуд на машинке Нева 2 с ручной прокладкой нити. Я выбрала для вязания именно эту машинку, а не машинку с нитеводом Silverit 840, только потому, что Нева 2 дает более крупные петли. То есть Silver вяжет более тонко и более плотные петельки дает. Мне нужно было рыхлое полотно. В идеале, конечно, такое вязать руками, но если у вас есть машинка, за полчаса вы свяжете себе такой очаровательный снуд. Особых сложностей при вязании нет. Уровень сложности для начинающих, то есть если вы умеете делать набор петель, провязывать прямые ряды, как выполнить такое изделие, я вам очень подробно расскажу в уроке. Вязание может быть выше, может быть шире, я даю расчет и вязание, исходя из своих потребностей. Если у вас есть желание сделать два раза шире, в два раза выше в виде капюшона, пожалуйста, вообще без проблем. Единственное ограничение – это количество игл машинки. Но его можно обойти, если связать два полотна и аккуратненько их шить. То есть так у нас есть один шов, так у вас будет два шва. Качество изделия от этого не пострадает. В разложенном виде получаются совершенно геометрические повторяющиеся узоры, когда вы надеваете на шею эффект камушков. Там мы и назвали камушки, что получается такой хаотичный зажим, и вообще непонятно, как это получается связано. Нежный, мягкий, пушистый снуд будет отличным подарком для ваших близких на любой праздник. Он отлично согреет в холодную погоду и украсит самую строгую одежду. Приобрести МК по вязанию этого снуда вы можете по ссылочке, которую найдете под этим видео. А также приглашаю вас в нашу школу машинного вязания, если вы хотите профессионально, быстро и качественно научиться вязать на вязальной машинке. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И жду вас в нашей школе машинного вязания. Ваша Наталья Некрасова.